Здравствуйте! Сегодня приготовим тонкие блинчики. Для этого возьмем 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 четвертую чайной ложки соды и на кончике чайной ложки соли. Взбиваем блендером до полного растворения сахара. Далее добавляем 250 грамм молока и снова проходим блендером. Далее добавляем 200 грамм муки и перемешиваем блендером. Теперь добавим 250 грамм кипятка. И перемешиваем. Остается добавить 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. Вот такая консистенция теста получается. Ставьте лайк и подпишитесь на канал.